Спасибо, друзья. Здорово. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Да, и спасибо, что добрались к нам в студию. Ну вот сразу для тех, кому не хватило, вот я, допустим, к ним отношусь, где еще вас можно услышать в ближайшее время и вашу замечательную музыку? Ну вот 26 декабря мы будем с Евгением Шулимовичем Маргулисом играть большой концерт ЦДХ. Он там будет петь свои песни, а я буду ему подыгрывать на губной гармонике, Илюха ему будет подыгрывать на барабанах, Илья Липатов. Ага. Вот. А репертуар какой будет? Сомнительный. Евгения Маргулиса. Ну, это же как раз после вашего дня рождения, Евгений, верно? Ну, да. Отметите 26-го. Я этого страшно боюсь. На самом деле, проблема в том, что у меня есть близкий дружок, у которого день рождения 26 числа, 26 декабря. И обычно его день рождения плавно перетекало из моего в свой. Я к нему на день рождения никогда не ходил, а он ко мне всегда, поэтому я чувствую, может накрыть. Да. Хочу спросить вот у Бориса. Я никогда в жизни не видела в одном месте столько гармошек. Да, чем целый патронтаж столько? У вас просто. На самом деле, в какой-то момент это уже стало частью образа. Как-то я так привык, так удобно, что они все под рукой, я знаю, где какая лежит. Они разные, они повыше, разное пониже. Разное звучание, да? Вот смотрите, есть повыше, есть пониже. Да, это очень вот, здорово. Есть... Они в каждой в своей тональности, ну то есть, чтобы вы понимали. Вот, например, вы их практически не глядя выхватываете. Есть минорные. А есть какая-то вот самая редкая в этой коллекции, с которой вы выходите на сцену? Коллекционная. Знаете, или самая близкая, дорогая сердцу? Это голова. Я скажу, что таких инструментов вообще практически больше ни у кого нет, потому что это инструменты ручной работы, я их сам под микроскопом довожу, так, чтобы они откликались нужным образом, чтобы они звучали нужным образом. Это до 10 часов работы каждый инструмент. Поэтому это ручная работа, это эксклюзивные, в общем-то, вещи. А в коллективе все уже научились играть на губной гармошке? Пока нет. Нет, так как Боря нет. На самом деле, я вот сейчас, глядя на Борьку, вспомнил забытое русское слово «куркуль». Есть, да, почему у него так много гармошек? Потому что куркуль.
Все для себя. А на гармошке все можно сыграть? Да, конечно. Ну, практически все. Не, не называйте гармошка, гармонику. Ну, она обижается. Да, страшно. Да, извините. Правда? Да, конечно. Да. Гармоника. Губная гармоника, гармоника правильно называется, да. Инструмент. Классику можно сыграть. Сыграй полет шмеля. А у меня на другая гармошка. А вот... У вас еще есть? Еще есть, да. Евгений, но с приобретением вот такого бесценного музыканта, ваша музыка, она насколько преобразилась? То есть вы искали такой инструмент, такое исполнение? Или это как-то все спонтанно было? Да нет, он прибился как-то к нам. И мы от него избавиться не можем. И парень, он хороший, не мешает, играет восхитительно. Поэтому... А вы где, в Екатеринбурге познакомились или здесь уже? Познакомились мы в Екатеринбурге. В Екатеринбурге, да. Значит, он там лежал под забором, мы его забрали в Москву. Борис, вы же по образованию вообще биолог, по-моему, да? Магистр биологии. С биологией все, расстались окончательно, да, или вы всегда параллельно? Да, слава богу, расстался окончательно, но продолжаю интересоваться, читать всякие новости, потому что я, в общем-то, учился хорошо. Биология помогает в музыке? У меня микроскоп остался очень. Как влюбились в этот инструмент вообще? Для России это достаточно редкий инструмент. На самом деле услышал на записях, причем, как ни странно, русской группы. Есть такая группа «Умка и броневичок». Там Вовка Кожекин тогда играл на гармошке. И он вообще играл, не замолкая, всю кассету. Мне так понравилось. Я так до сих пор мечтаю играть, не замолкая весь концерт, но мне не дают. Ну, инструмент же совсем маленький. А есть вот какие-то коронные приемы? Фишечки. Да, придуманные только вами, которые только вы делаете. Не знаю, там 683 звука за секунду извлеченные из гармоники. Мой коронный прием – это я имитирую на губной гармонике балалайку. Друзья, спасибо вам огромное. Желаем отличного концерта 26 числа. Ну а со зрителями мы прощаемся. Это была программа «Календарь». Я Юрий Алексеев. Я Мария Карпова. Пишите нам по адресу календарь@otr-online.ru. Мы ждем ваших писем. Хорошего дня и счастливо!